Ребята, всем привет! Как и обещал, я приехал второй день на ставок. Сегодня буду облавливать другую часть ставка. Вот я уже дошел до первых коряжек. Сейчас буду бурить первую лунку. Сначала попробую на мотылька. Мотыля, как я говорил, в магазине у нас нету. У меня там трошки осталось. Доловлю, сколько есть на мотыля, а потом перейду на балансир и на блесну. Погода поменялась. Дует сильный ветер. На улице пасмурно, но может... Для окуня это будет и лучше. Рыбаков практически нету. Там в заливе два мужичка сидит. Они приехали чуть раньше меня. И все. Сегодня рабочий день. Думаю, больше никто не приедет. Так что сейчас здесь бурю с первую лунку. Тут кто-то вчера закармливал. Может, здесь окунек и стоит. Ну, сейчас посмотрим. Все, бурю лунку и начинаю ловить. Так, первый заброс. Вот он, ребята, первый окунек за сегодня. Такой же самый маленький, как клевал и вчера. Большого окуня пока мест нет. Ну ничего, приятно, хоть проклевывает какая-то мелочевка. Ну вот и второй окунек с этой же лунки, уже чуть побольше. Идем на вырост. О, сошел. О, есть, есть. О, ну вот уже еще чуть покрупней. Зашел тут такой небольшой заливчик в коряжке. Тут ветер меньше дует. Ох, сегодня и ветрище. Ну вот такой окунярик уже есть. Надо попробовать просверлить лунку подальше. И пробовать отпускать туда, не в эту же. Может, из-за того, что отпускаю в одну и ту же лунку, они шугаются. Сейчас попробую провернуть такое дело. Сделаем второй заброс в эту же лунку. Сошел. Мелочь поклевывает. О, есть, есть, ребята. Хе, вообще опять малек. Ну ничего, попробуем отпускать опять в дальнюю лунку. Сюда буду их всех отпускать. Вот еще один такой секун маленький. Так. Жахнуть кофейку горячего. Зашел уже во второй такой заливчик небольшой. Пробурил уже три луночки, наверное. Не хочет здесь клевать. Вообще погода начала меняться. Солнце он то выйдет, то зайдет. Но на том месте, первом, где я сидел, там до сих пор клюет. Ну, мелочь такая. Сами видели. Хочется что-то ж покрупнее.
Не, в этом заливчике даже мелкого окуня нету. Вернулся я на вчерашнее место. Хочу пройтись снова в залив, попробовать там. Там на середине ставка лед все равно тонковатый, трещит. Ну его нафиг, чтобы не провалиться. Лучше здесь половлю по заливу. Поклевывают опять, наверное, та же самая мелочевка, что и вчера стояла. Опять такой малек. Уже совсем осталось мало мотуля, он там чуть-чуть. Сейчас его доловлю. И, наверное, будем собираться ехать домой. Не хочет крупный окунь брать. Вот он, очередной окунишка. Тоже такой побольше. А ну расправься. Вот такой красавчик полосатый. Еще один неплохой с одной и той же лунки. Вот такой еще один. Если бы еще чуть покрупнее, было вообще хорошо. Ребята, есть еще один окунек. О, тоже такой стандартный. Три штучки с одной лунки. Перешел на другую лунку. И вот окунечек. Уже стали чуть покрупнее клевать. Но все равно маловато. Я пойду его выпущу в ту лунку, в другую. Сюда лови. Вот так, молодец. Это как раз то место, где я ловил окушков на спиннинг. Крутой склон здесь. Трава такая понад берегом. И вот здесь я пробурил луночку. Здесь стоит окушок. О, есть, есть. О, этот еще покрупнее намного. Но этот такой же можно и коту забрать. Таких окушат уже можно и коту оставить. А то приезжаешь с рыбалки, на тебя так смотрит, что ты ему ничего не привозишь. Та вот я только место нашел, я уже пробурил тут полставка, а вот тут только что три штуки поймал, но таких отпустил. Вот я пробурил лунку, вот это вот,
А мелочи отпустил, наверное, не знаю, уже штук 15, если не больше. Вот такие вчера клевали, вот таких. Мужики тут тоже с утра были, побегали, на балансир, на это плюнули, уехали. Я там сначала ловил. Ага, да там барахло по всему стоку валяется. Ну вот еще один такой маленький окушок. То пяток крупненьких поймал и все. И опять мелочь. Ну все, ребята, закончился уже мотель. Вот такой мой сегодняшний уловчик. 6 окуньков. Вот этого мелкого пришлось забрать. Он заглотил мормышку глубоко. Не получилось ее извлечь, чтобы его отпустить. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще рыбалка. Я думаю, в ближайшее время выйду на Васьковский ставок. Может быть, если еще не растает лед, попаду на Яцкое, на Оскол. Но не будем загадывать. Все зависит от погоды. Так что, ребята, всем пока, увидимся на рыбалке.